Привет, друзья, с вами Рашна Изука. И мы опять пробуем режим охота в игре Resident Evil 6. Итак, по-моему, тут мы сейчас будем нападать на магазинчик оружейный, в котором спрятались Леон с Еленой. Так. Р1 захват, Р1 атака. Захват, это как захват? Могу схватить и погрызть. Давай залезаем нахер и все грызем тут. Кто у меня стреляет там, сука? Ай! Тихо! Бла-бла-бла-бла-бла! Как понимаю, из живых главный персонаж тут только играет один. Который за Елену играет, видимо. Сейчас кто у нас будет? Какого-нибудь монстра помощнее. И опять зомбарь, походу. А то я могу кинуться чем-нибудь. Что там в руке-то? Ай, черт, не успел, мать твою! Прямо прицелился. Мимо. Мочи эту суку. Ложись, придурок! Ложись! Блять! Зомбари очень плохо слушаются команд. Так, за кого бы мне сыграть? Давай, быстрее! У меня, походу, военный, что ли, или что? По-моему, очень неплохой костюмчик такой. Давай. Идем. Я только в башню можно, по-моему, убить. Где мы видим окно? Вот оно, окно. Давай, друг. Давай. Тихо. Ну куда ты, блядь? Ты что ты делаешь? Дай ударить! Вставай, дурак! Я бронированный, сука! Черт! Интересно, а компьютерного Леона можно убить? Черт! Давай быстрее! Так, у меня обезоруженный попался с фонариком в башке. Ну что ты не перелезаешь-то? Должны их загрызть. Что там такое? Давай, беги! Сука неповоротливая! Давай, вниз! Так, все, лежим, ждем. Так, она думает, что меня убила. Ни хрена. Давай, ползи. Ползи, блядь! Ползи, сука! Они наверх побежали, что ли? Стоять, урод, куда побежал? А, сука, стреляет! Компьютерный уродец! Давай, ползи! А, черт, не успел! Дверь закрыли, уроды! Придется респомниться в другом месте. Так, тут можно окно выломать. Ползём! Интересно, как я туда к ним попаду? О, ни хрена, я тут тоже умею прыгать. Зомбарь, это вам не ого-го. Он мне бок обстрелил. Давай.
давай в окно, в окно, в окно. Давай. Они ниже, они не подозревают о том, что я здесь. Сейчас я к ним приду. Сейчас я им устрою. Тихо, 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 тихо. Главное не паниковать. Нужно стоит лечь и ползти. Меня могут не заметить. Черт, а где они? Черт, я куда-то не туда приполз, видимо. Открыть, как открыть дверь? Не открывается, мать твою! А-а-а! Блин! А-а-а! Давай, давай! Беги, сука! Где же они все? Где-то на улице, что ли? Могу понять. Он не перелазит здесь, мать его. Нужно, я сюда залез раньше, чем они, и теперь придется ждать, пока они сюда подымутся. Слушай, я сейчас все-таки приду. Давай, давай. А тут я их буду поджидать. Да ни хрена, сейчас меня перекинут. Точно, суки, меня перекинули. Кондоранда! Интересно. Что мне делать? А, я могу только вниз попасть. Давай! Как забраться наверх только? Давай, давай, давай. О, точно, можно залезть. Молодец, Замбари. Соображаешь. Давай. Плювай, плювай. Плювай. Тут этот здоровый появился. Дайте мне кого-нибудь замочить. Да, черт. Жесть. Жесткач полный. Как оказалось, зомбарям приходится еще менее сладко, чем главным персонажам. Так, еще из-за Леона сейчас чувак возьмет в игру. Вот это вообще будет свинство. Еще сложнее. Ну ёпт, я ничего не успеваю. Давайте, давайте все туда. Давай, плюй, кидай. А, блин, кто такой, кто взорвал? Давай быстрее, мы самые шустрые зомби, но... Чёрт! Чё, ещё жив? Или это не я? Нет, это не я. Давай, давай, я должен кого-нибудь загрызть. Дядя, дядя, суки. Ай, ёпты! Тихо! Да! О, конец, походу. Давай быстрее, блять, автобус.
Быстрее, блядь, да я кого-нибудь захерачу. Чё, я уже сдох, что ли? Я чё-то не понял. Да, я сдох. Если это можно так сказать про зомби. Был уничтожен. Все, уже не успеть, я думаю. Это что такое было? Черт. Я не везух это в этот раз. Давай. Я не где-то внизу уже, ёпт. Все, наверное, не успел. Все, они уже в автобусе. Хотя нет, еще можно будет успеть в автобус попробовать залезть. Ну, мать их. Давай, давай, давай! Лезем в автобус. Интересно, может я кого-нибудь из этих могу убить? Да, сука! Ай, блин, ну что такое-то? Так, что такое? Наверное, все. Да. Неудачная охота, вы были убиты добивающим ударом агента, вы сыграли за зомби, вы убили агента одной атакой. А, все-таки кого-то я убил, что ли? Вас убили физическими атаками, вы играли в течение 10 минут, вы не нанесли урон агенту. Как же так, вы убили агента одной атакой? Бред какой-то. Видимо, косяк перевода нашего. Ну что ж, друзья, оставайтесь на канале Игрофильмы, будут еще ролики.